Всем здрасте, ребят. Сегодня мы играем за грязь. Карта у нас Гидеончик и имбовые аддончики подъехали. Погнали. Со старта у нас ночь. Мы всех видим. Плюс к тому... Интересно. Плюс к тому челы друг друга проседают. Вообще круто. Хитуля. Конец ночи. Ляша творят. Ляша вытворяют. Ты посмотри на них. Еще палетку скидали. Я там немного замолчал, ребят, сосредоточился. Очень хотел челиков поймать, просто безумно, я бы сказал. Они поскидывали очень большое количество палет, нужно поломать их обязательно. Очень интересно. Очень интересно получилось. Так, пойдем за рандолом. А он что делает? Так, челик опять это спасать. Хорошо. Первый генчик только пока дали. Пойдем туда же, я думаю. А, там чел мог ломать. Я забыл. Нет, окей, пойдет. Визит остался, да, вот он. Ну, пойдем, пойдем. Дружочек. Хорошо. Молодец. О, ночь. Ночь это нам нравится, ночь это сюда. Так. А, он туда убежал, черт. Ладно, ничего страшного. Мы никуда не торопимся. Они еще позакрывали здесь все вообще идеально. Так, полетели. А что случилось, ребятки? А что такое? Это хитуля. Хитуля? Это Катюха. Сюда. Хорошо. Хорошо. А, последний раз, чел. Последний раз. Покиваем ему. Немножечко. А, я думал, он просто решил слиться, наверное. Не захотел играть в такой атмосфере. Тяжеловато, тяжеловато против такой грязи играть. У которой еще шотки есть, они просто боятся подставиться. Как-то показаться. Ага, в центре есть. Окей. Пойдем откатывать. А, стоп, не в центре. А где? Thank you.
Хорошо. А, он. Хорошо. Ладненько, туда мы за ним идем. Все просто шкафчики позакрывали. Сидит. Думает, что я его не найду, ты позори. Бух. Ишь какой. Странно, ребята, просто абсолютно все палеты скидывать. Потом быть в поиске хоть какой-то. Хорошо. Так. Блин, капец. Придется вниз спрыгнуть, что ли? Благо, у нее коняшки нет. Была бы коняшка, я бы тут вешался сейчас. Такс. Хорошо. Моментально назад улетаем. Открываем им путь. Найс. Хорошо. Там некуда бежать. Наверх. Да. Надо было добивать его, ладно. Просто он здесь не палет ничего, он никуда не успевает. Орешек только если. Но не думал. Какой я жадный, ребят. Немного тупой. О, они в мою сторону. Ладно, я его мог шотнуть просто. Ноль реализации перка, просто ноль. Только если попугать немножечко. Поднимет. Кто-то падет. Ладно, пора вешать. Пора вешать. Они же дочинили ген. Хорошо. Сюда. Так, ну и того тоже нужно поддушить. Уже. Поддавить его. Немножечко. Останется у нас, получается, котюха, который бегает. Всех сейвит. Не туда, не тот шкаф. Угу. Рядом никого, один из этих двух генов чинился еще параллельно. Пролетал, слышал. Это хитуля. Хорошо. Он там палетку скинули, что это было? Вот. Нельзя дать ему. Он успевает. Какого
Какого черта, вот дьявол. Нет, за ним нельзя бегать, короче, он все здесь вырулит. Я же говорил, он вырулит, ребят. Какой агент слышал, чуть не пойму. Это на нуле практически. Это тоже в откате. Они все стелсы, что ли, не пойму. Кого найти не смог. И все там были. Жесть. На тебе, засранец. Хорошо. Думал, что он перепрыгнет. Мало ли будет такой шанс. Хорошо. Он мог сделать поехать туда обратно, я бы не успел его вроде ударить. Тю-тю. А, ну здесь же нет больше шкафчиков, да? Так бы хорошо подловил. Ой, печально. Не, гибкость вроде была. Может, это решек был, сейчас не знаю. Блин, так хорошо подловил, ай-яй-яй-яй. Генчику узнаем, был человек здесь или нет. Боже. Нам нужно его найти на последних 20. Фак, серьезно? Ладно. Где-то подо мной чел. Полегенчик трону. А-а-а. Даже так. Да. Давай лючок здесь появится. Настолько меньше забот. Ворот. Ну, типа по таймингу, понимаете? Вот это палечка по голове, конечно, да. Сильно-сильно. Ой. Легешечка. Легешечка.